Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас ноябрь. Хочу показать свои морознички. Эти я уже распаковала. Вот такие вот костики я продаю. Вот такой размерчик. Я разделила, выкопала. Маленькие вот себе оставляю. Сейчас посажу их назад. Несмотря на то, что вот такие малыши, все они будут крепыши. И даже вот такие вот принимаются. Очень хорошие кустики будут. Видите? Вот такие вот я продаю. Конечно, надо было снять раньше, когда я их выкопала только. Сейчас я вам покажу, но не додумалась. Решительно показать мне нечего, потому что выглядит у меня все на огороде не очень, скажем так, декоративно, потому что это рассадник больше, чем клумба. Вот так выглядят старшие кусты. Тут я копала, видите, сегодня. Вот эти некопанные. Вот такие кустики. Я их разделяю. Вот на такие деленочки, как я вам показала. И продаю. Здесь у меня тень возле этого забора. Тут еще виноград заплетает. Поэтому цветут плохо. Все сажайте, пожалуйста, на солнышке. Они там будут хорошо цвести.